со всех сторон такие фейерверки. Это люди покупают сами. Разрешено у нас, по-моему, с 30 вечером запускать фейерверки с 7 или 6 и до 2 часов 1 января, то есть вот в ночь с 31 по 1 2 часа ночи. Люди тратят очень много денег. Некоторые не просто сотни, но тысячи тратят на фейерверки. Хотя самые большие запрещены. Но все равно ловят постоянно, что нелегально продают где-то. В 12 Хементах, Хемента это горисполкомы, да, в этом году были запрещены фейерверки, потому что там вот есть беженцы украинские, сирийские, чтобы людей не травмировать, не нервировать, да, потому что у них с этими звуками, конечно, жуткие воспоминания. Но вот даже в Амстердаме тоже были запрещены, но все равно было много нелегальных фейерверков. И сейчас поднимается вопрос в парламенте о том, чтобы это все жестче пресечь. Большие штрафы и наказания за продажу и использование нелегальных фейерверков. В больших городах, такие как Роттердам, Утрехт, Ден Хаг, Гага, Амстердам, есть тоже организованные государственные фейерверки. А вот в небольших это все люди сами покупают. И, как я уже говорила, тратятся иногда тысячи на фейерверки. Мы в этом году ничего не покупали. И в прошлом тоже ничего. Но раньше мы покупали. Один раз мы только купили, как-то потратили 120 или 130 евро. А так, ну, где-то в районе 30-40. Это все длится примерно до без 15 час. Потом уже спадает, и уже где-то до полвторого все заканчивается.
И хочу сказать, что многие голландцы после салюта уже ложатся спать. Ну, конечно, молодежь нет, да, если еще и в городах, они ходят друг к другу в гости. Ну вот, остатки шампанского, последний Apple Flap. Ох, а салюты все еще громыхают. Всем счастливого 2023 года. Всех благ, а главное мира.